Эй, привет! Ну что же, наконец-то вышла игра The Second City в Steam. Я до этого нигде не покупал, потому что я такой, типа, нахуй все эти магазины, все эти эпики сторы и все прочее говно. Типа, вот, пожалуйста, выкладывайте в большом магазине игровом в Steam. То есть, короче, я приверженник Steam'а. Ну, короче, сторонник, я сторонник Стима. Что, понеслись новые... Не, подожди, сейчас зайдем на... Блядь, какое обучение, иди нахуй. Так, настройки. А, видео, тыры-пыры, ультра-утра. А, игровой процесс, субтитры. А, они вроде бы на русском, поэтому можно отключить. Угу, язык русский. Сейчас это все будет видно. Так, звук. Все звуком. Ну, вроде бы все сегодня уже настраивал, да? Новая игра. Холодный прием. Уважаемый мистер Рид, как вы и просили, я изучил вспышки истерии и видений в городе Окмонте, штат Массачусетс. Массачусетс. Оказалось, что ваши предположения верны. Такие случаи здесь действительно происходят. Гораздо чаще. Окмонт словно притягивает со всей страны мужчин и женщин, которых преследуют видения, похожие на ваши. Им чудится тонущий город и присутствие чего-то великого, но неведомого. Но вам повезло. Кажется, мы нашли причину вашего недуга, а также человека, который может вам помочь. Собирайтесь и приезжайте в Окмонт, как только сможете. Я встречу вас и помогу вам здесь сориентироваться. Искренне ваш, Йоханнес Ван дер Берг. Даже, а это подсказки. Нажмите любую кнопку. Нажал. Чё со звуком? Чё он, бля, лагает? Как-то запаздывает звук. Да, звук пиздец запаздывает. Мистер Рид. Я сейчас, кстати, снимал не ох, но потом я сделал ошибку. Я зашел, короче. И второй, естественно, не ох. И короче, начал онлайн игру с другими чуваками. Это был такой сумбур, просто вообще не понимая, что происходит на экране. Все кого-то бьют, все что-то там летят. Я такой, не, нахуй. Только, короче, все запортачил. Неинтересно в нее играть втроем. Это уж точно. Вдвоем-то вроде бы так можно побегать, но когда вот речь идет на троих, это просто. Че он заебанутый? Че он падает вечно? Я, если честно, смотрел только пару видео про эту игру. Я ни хрена о ней не знаю. Корабль Харон. О, Харон, это же этот корабль в Греции, в мифах. Так, ну, как-то ходит, конечно, уныло. Такой, блин, рюкзак у него огромный. А ладно, смотрим, что здесь у нас. Ёбаный. Мистер, а использовать на что? Ёбаный. Серьезно? На мышку? А обучение вообще будет? Прощай.
Надеюсь, он мне не понадобится. Да, вот есть. Но что-то мне подсказывает, что зря надеюсь. Поэтому бери его, блядь. А, складной этот аппарат. О. А как мне сфотать? Здесь вещи, да, которые я могу отследить. Мистер, а как вами фототься? Вы только лопаты и машете. Бля, господи, журнал, внутренний обзор. Блять. Что-то у вас... А, контрол садится. А, что бегать? А, во. Йога. Фотография, трофея. Ага, все. Добавил, да? Так. Никогда не верьте рекламе для туристов. А чё, чё-то не так с ними? Так, уважаемый мистер Рид, как вы просили, я изучу... А, господи, ага. Что было в начале, да? Активировать, чтобы получить больше. Все активировать. А, я ее активировал? Все, улики найдены. Да какие, мать твои, улики? Я понять не могу. Давай, перестреди. Да. А теперь убирайтесь! А теперь убирайтесь! А что я тебе сделал? Почему ты сразу такой... Ёбовый нахуй. Мистер Чарльз Рид собственной персоной. Наконец-то. Нет, ваше. Очень рад вас видеть. Приятно познакомиться. Йоханнес Вандерберг, к вашему слову. Вандербергер. Весьма признателен, мистер Вандерберг. Простите, я не воспринял ваше обещание так буквально. Для вас просто Йоханнес. О, где же мои манеры? Добро пожаловать в славный город. Где вода стекающая по тебе? Почему, по-моему, он например стекает так? Хотя и очень важно. Посмотрите, что происходит. Насчет моей проблемы, что происходит с этим городом? Отличный костюм. Да, и сделаю. Начну с того, что я подойду такой типа: вау, а ты выглядишь охуенно. Чувак. Так, на что выбрать? У вас очень эффектный костюм. На пробел. Спасибо, мистер Рид. Потом это еще цветом и повод, чтобы одеваться мочи. Как попало. Вижу, вы любите желтый цвет. Да, оттенок мочи на снегу. Вот личное такое. Причудо, если хотите. Еще раз скажу, он любит мочу. Все, урину он любит. Мочу, наверное, нельзя говорить. Любит мочу. А вот урину любит, типа, ну, как бы уже по-научному, типа, сказал же. Я же. Попасть в Окманд было нелегко. Он не отмечен на большинстве карт, а добраться сюда можно только на этом старом пакетботе. Почему? Окманд – необычное место. Из-за его уникального географического положения и недавнего потопа попасть сюда стало почти невозможно. Но вам это удалось, мистер Рид. Уверен, рано или поздно волны судьбы все равно принесли бы вас сюда. А, значит, что за потоп? Давай, блядь, расскажи, рассказывай. Он начался полгода назад. Несколько недель подряд бушевали бури, вода все прибывала и не желала спадать. Теперь город отрезан от материка. Если честно, мне это даже нравится, несмотря на все неудобства. Очень атмосферно. Ты очень странный. Вы сказали, что знаете того, кто может мне помочь. Мои видения становятся все хуже.
Здесь, в Окманте, такие яркие видения в порядке вещей. Кстати, вам повезло. Я имел в виду Роберта Трагмортона, а он как раз в порту. Он посвятил много времени и сил изучению этого феномена, но, боюсь, сейчас у него проблема посерьезнее. Какая? Скажи мне, я ему помогу. Наверное. Как мне найти мистера Трагмортона? Не волнуйтесь, вы его сразу узнаете. Трагмортон, скажем так, не похож на других. Так, все, сейчас. Все, я готов. Я готов. Одел свои окуляры. Надо новые по размеру уже. Эти маленькие. Расскажи мне о Трагморте, блядь. Расскажите мне про мистера Трагмортона. Выдающаяся личность. Достойный отпрыск своего рода. Филантроп, ученый и покровитель знаменитого Окманского университета. Очень амбициозен и невероятно самолюбив. Не заставляйте его ждать. Мне нужно где-то жить, пока я здесь. Может, посоветуете гостиницу? Не волнуйтесь. Гостиница? Мы любим спать на улице, где-нибудь. На ваше имя забронирован номер в гостинице «Риф Дьявола». Куча мусора. Вот закапываемся. Заманчиво. Не судите книгу по обложке, мистер Рид. Ты им сейчас про книгу сказал, даже в дрожь мне вогнал. Чем ты, блядь, занимаешься? Чем вы занимаетесь, мистер Вандербек? Стоишь здесь, что ли? Я возглавляю философский клуб, в котором собирается местная интеллигенция. Они слетаются ко мне, как мотыльки на пламя свечи. И много осталось в Окманте любителей философии? Без боли нет сознания, мистер Рид. В тяжелые времена все становится кристально ясным. Без боли? В бейсболе? Ладно, пропущу это мимо. На чем лучше передвигаться по Окманту? Я хочу оставить вещи в гостинице. На своих двоих. Местные, блядь, в основном ходят пешком или ездят на лодках. Или на горгулях летают. Но ты можешь взять кита на ките. А как мне доплыть до Рифа Дьявола? Вот, возьмите карту. Вот, говорит, где весла плыть. И еще несколько важных мест. Руками, блядь, маши, как? Что отметили на карте? Что-то еще нет. Еще несколько мест? Каких? Ну, вы ведь частный детектив. Я отметил полицейский участок, городской архив, редакцию газеты. Они пригодятся в ваших расследованиях. Город отрезан от мира, и многое здесь не очевидно. Никто не будет водить вас за ручку, вы должны сами искать информацию. То есть я приехал, ты мне написал, что ты наш, типа, можешь мне помочь. Я приехал, ты мне такое начинаешь накидывать, типа, ну ты ж типа детектив, вот занимайся еще раз. А нахуя? Ты уже странный чувак, ты по-любому в чем-то замешан, и ты типа пригласил детектива, что потом такой типа, ну расследуй меня, типа, это как Шерлок Холмс и этот Мориарти, если бы Мориарти не хотел бы, чтобы Шерлок его нашел, он бы, блядь, хуй его когда бы нашел, ну нет же, блядь. Супер злодей, супер. Что ж, пожалуй, мне пора. Спасибо, что помогли сориентироваться. Не за что, мистер Рид. Был рад помочь. Да, и еще. Как мне с вами связаться? Об этом не беспокойтесь. Я сам вас найду. Карта. А. А. Так. А нам куда? Знания. Фотография. А, призывает досказа странной рыбы. Выглядит очень правдоподобно. Фу. Да. А ты очень правдоподобная и хазы. Да. Ключ от номера в гостинице. Ключ от номера в гостинице Риф Дьявола. А это что? Найти Роберта Трагморта. Трагмортона. Холодный прием, да? Это, в принципе, нам вот это и надо. Это еще письмо от Вандерберга, блядь. А. Так. Бля. Подожди. По словам
Нужно найти порт в Окмундском порту. Помнил Роберт. В порту. Ну, я типа в порту, наверное, я. Я уже на жопу сел, я не понимаю, о чем. Так, ачивок, кстати, я смотрю, здесь не завезли. Нет, не завезли ачивок. А, не знаю, почему вообще, будут ли. Ладно, 1, 2, 3. Что это значит? Типа пирсы? Я хуй знаю, честно. Честно, я без понятия. Ну пойдем начнем. Так, я не знаю. Как. Кому там молишься? Сейчас я к тебе приду, подожди. Конец близок. Все начнется заново. То, что внизу, поднимется наверх. Семя посеяно. Он про канализацию, что ли? Так вода прибавляет нереально канализации, все, что внизу было вверху, все твое дерьмо сразу. Интересно, я может. Ой, смотри, могу сохраниться. Сохраняюсь, смотри. Сохраняюсь и. Конец близок. Все начнется заново. Нельзя, то, да? Что внизу, поднимется наверх. Вот иди нахуй. Семя посеяно. Это неинтересно. Семя посеяно. Че, блядь, че у тебя там будет посеяно? А вот и есть Трогморт этот. Так, ну мы сначала сходим сейчас сюда. Чё? Вообще? Реально это есть графон? Это на ультре? Блять, вы это когда-то продавали за 3400? Она как-то там заскакивала в Steam такая. Я буквально на день. И ушла. Типа серьезно? Вот этот вот кусок шлака. Титания. Где же твой Оберон, а, Титания? Оберон? Типа, нихуя я сквозь. Надеюсь, кто-нибудь найдет эту бумагу. Меня зовут Альберт Трогмортон. И это моя последняя воля. Хочу предупредить вас не прогружаться в глубины под Окмантом. Там неразборчиво что-то там. А лучше бы мы этого не делали. Нужно было все оставить в той пещере. Профессор неразборчиво там что-то. Я боюсь того, что меня ждет. Она поет у меня в голове. Пляшет навека каждый раз, как я закрываю глаза. Что-то там неразборчиво. Цикл начинается снова и снова и снова. Чего-то там неразборчиво. А в конце придет он. Я должен предупредить всех. Я должен сказать отцу. Что-то там неразборчиво. Он уже здесь. Ну, здорово. Очень познавательно. Ой, господи, не так много. От этого шлема у меня мурашки по коже. Что с ним произошло? Че не видишь, что там? От этого шлема у меня. Да понятно там просто. Какой-то порожняк. А вы что встали? А, блядь, пизды наверное. Ну что, чужак, нравится здесь? Привыкайте. Мне нравится, как твои ноги. Теперь из Окманта никому не выбраться. С тех пор, как инсмутцы стали тут рыбачить, я даже макрели не могу поймать. Это отражение? О. Серьезно? Ёбаный, я могу плавать. А нырять я... Ой, блядь, извини.
Ой, блядь. Меня какие-то пиявки жрут. Пиявки жрут. Все, я не могу на берег. Боже, это такое уёбище. Хуя, ты посмотри только на то, как это вот все здесь шевелится. Вот ты вот просто посмотри на эту рыбу поганую. Какое дерьмище же, господи. Кто делал эту игру? Какие, блядь. Я хуею. Бля, серьезно, вот это порожняк. И вы ее так долго не могли там... А, какие-то у вас там проблемы были, что-то. А разработчики с издателем, да, там какие-то... Господи. Какое это уебище. Разочарование просто. Сикин-сити мне в жопу, нахуй. Блядь. Это она вроде еще со скидоном, да, там что-то я ее за 400 взял, там 300-900. Вы кто, блядь? Я могу вас ёбнуть? Да! Я даже не знаю, кто-то личинка там кого-то. Да, конечно, замечательно. Будем считать, что это индюшатка какая-нибудь. Индюшара. Блядь, это ребята меня по-любому ждут. С ним что там, Кинг-Конг стоит? Ну ладно, давай. Мне плевать на ваши жалкие отговорки. Ебать. Никто не покинет порт, пока не найдет мой сын. Мистер обезьян. Это мое последнее слово. Простите, вы Роберт Трогмортон? Да. Но вы мне не интересны. Уходите. Меня зовут Чарльз Рид. Я частный детектив, только что из Бостона. Мне посоветовали обратиться к вам за помощью. Частный детектив, говорите? Пожалуй, мы сможем помочь друг другу. Что за уебище вообще? Выглядит необычно. Вся игра выглядит необычно. Хочу показаться грубым, но... Я никогда не встречал человека, похожего на вас. Конечно. Обычные люди Трогмортонам не ровня. В наших жилах течет кровь благородных и сильных предков. Мой отец породнился с одной королевской семьей, которая наградила всех отпрысков своими утонченными чертами. Макаки, блин. Это твой отец... Это... Самка Кинг-Конга, что ли, блядь? С дочкой Кинг-Конга, ну, то есть, да, мне кажется, вполне возможно. Что известно о видении? Я слышал, что с вами можно поговорить о видениях и вспышках истерии. Я пытаюсь выяснить их причины. Ну вот, еще один приезжий со своими проблемами. Я знаю, о чем вы. Можно задать вам несколько вопросов? Какая наглость! У меня пропал сын, а в этом проклятом городе никто и пальцем не пошевелит. Да, конечно, давайте поговорим о ваших видениях. Можно узнать, что случилось с вашим сыном? А вам я хочу, какое знаешь, дело? Твои ебло. Почему вы спрашиваете, чужак? Я же говорил, что я частный детектив. Искать пропавших людей – это моя работа. А. Альберт участвовал в подводной экспедиции, которую я организовал. А этот никчемный идиот говорит, что нашел его в шлюпке на берегу. Якобы он был не в себе, бредил и нес чепуху на каком-то неизвестном языке. А потом попытался его укусить. На английском? А вы ему не верите? Ни единому слову. Я же сам его вырастил. Альберт – сильный и умный юноша, великолепный представитель своего рода. Это совершенно на него не похоже. Здесь замешаны инсмутцы. Попомните мои слова. Как я понимаю, вы не очень-то любите инсмутцев. После того, как полиция сравняла инсмут с землей, рыбоморды и уроды перебрались сюда. И теперь эти мерзкие мигранты заполонили полгорода.
Порт, Гримхейвен Бэй, Салвейшн Харбор, Шеллс. Они повсюду. Значит, они просто беженцы. Если бы. Они оставили местных рыбаков без работы, буянят на улицах, настраивают горожан против нас. А ведь семья Трогмортонов — ирландцы, опора может? Этого общества. Не говоря уже о том, что уровень преступности взлетел до небес. Я не понимаю, о ком это. Просто огромная, вонючая куча неприятностей. Ну, блядь, ты расист вообще-то, знаешь, так нельзя делать. Нельзя так сразу всех под одну. Да, есть, может, там пару уродов, но я не думаю, что прям... Ты ёбаный расист, вот ты кто. Мистер Трогмортон, давайте я вам помогу. Я умею искать пропавших людей и найду Альберта. Откуда такая уверенность? Ты взгляд даже менять не можешь. В Окмонте приезжим приходится не сладко. Хоть что-то найдем. Скажем так, я умею замечать то, чего другие не видят. И потом, что вы теряете? Это у тебя такие глаза огромные. Что-то замечать? Вира, вы правы, приезжий. Его зовут Рид. Запомни. Р. Да? Р. И. Д. Д, понимаешь? Рид. Тварь ты, макака. Вот скажите мне больше об этом деле. Вира. Простите, вы сказали Вира? Что это значит? Если хотите освоиться, привыкайте к местному диалекту, чужак. Вира, гра. Это потрясающая смесь разных наречий. Вира значит хорошо. Я имел в виду, что мы договорились. Ясно, спасибо. Расскажите подробнее, что случилось с Альбертом? Дейн, вы что, не слушали? Я уже все вам рассказал. После того, как Альберт покинул экспедицию, его нашли в шлюпке на берегу. Рыбак якобы отнес его к себе домой, а потом пошел звать меня. Но когда я пришел, моего сына уже нигде не было. Еще что-нибудь? В доме явно случилась беда. Перестаньте тянуть время, идите туда и посмотрите сами. Так. Та шлюпка, о которой вы говорили, еще здесь? Да. Повернитесь лицом к дому и слева увидите забор. За забором пляж. Шлюпка там. Ты хочешь сказать, то пляж? Где Ладно. Дом, в котором все произошло? Я и не вы живу еще в вашей... называете себя детективом? В городе, я не знаю. Мы же стоим прямо перед ним. Я бы с удовольствием поболтал с вами еще, мистер Трогмортон, но мне пора заняться делом. Я уже весь промок. Скорее найдите моего сына, чужак. Знаешь, с таким отношением иди ты в жопу. Сам его ищи, блядь. А я... Чё? Подожди. Улики. Сейчас тебе выключить. Икс. Нужно террорить, да? Ладно. Так, меня там покусали, я вообще не знаю. Так, ну если я уже все был, да, это я уже все находил. Все это, да. От там... этого шлема. Да, от этого шлема. Все, я все это здесь сделал. Как же он убого бегает? Блять. Реально. Так. О, блядь. Я уже рассказал все, что знал. Не делайте глупостей и держите руки на виду. Да, окей, да. Пусти тебя, ну я так понял, вот это есть, да, дом? Включите фонарик. Ладно, мы фонарик. Как-нибудь справимся. Так, рыбёха какая-то висит.
женщин явно кушал. Щупальская мара. А пивка нету, да? Чё он из него, блядь, рыбий жир, блядь, жир вытаскивал? А чё это такое? Ну, пистолет. А это чё у нас? Кирпич, да? Может, кирпичом ебашить? Ладно. Смотри, еще крестик ноги. Это собачья подстилка чище хозяйской кровати. Потому что собака, в отличие от хозяина, не сытся, блядь, под себя. А он, блядь, засался. Книга попорчена сыростью, но раньше с ней явно обращались очень бережно. Ты это понял, что у меня? Пораньше. Чух-чух. Чух-чух. Да, блядь, забавно тебе. Чух-чух. Ох ты, гос. А, это борода, я думал, у него просто получились тут еще. Так, ладно, с этим пока болтать не буду. Странно, что они не повесили сюда чей-нибудь портрет. Чё активировать? Чё? А как мне её открыть? Типа... Хигран, Хепхай, Мгри, Нафтахн. Обсираться вот. Никогда раньше не видел таких ножей. Глаз. Искусная работа. Глаз смотреть в глазах. Похоже, жители Окмонта не особо соблюдают сухой закон. Ты какой нахуй сухой так закон? Вот как выглядят инсмутцы. Так вот как... Да понятно, да, все. Что это значит? А вчера... Чего 5 это? Карт для фулхауса не хватает. Зачем мне вдруг вешаться хотеть? Я не понимаю, как-то неправда. Этого бедолагу с трудом можно узнать. Его зверски избили. Нужно очень постараться, чтобы сдвинуть этот шкаф с места, не говоря уж о том, чтобы опрокинуть. Ну, посмотрим, что вы найдете. Ну, посмотрим, что вы найдете. Здесь была яростная драка, и кто-то пытался сбежать.
Эй, привет. Ты меня слышишь? А, моя голова. Что вы... Кто? Полицейский? Я уже все рассказал. Бэтмен. Успокойся, я Чарльз Рид, частный детектив. Меня нанял мистер Трогмортон, я ищу его сына. А, ясно. Что вы хотите знать? Где детонатор? Что хотел знать. Расскажи о себе. Меня зовут Уилл Хэммонд, я рыбачу. И дядя Пол, Барри, этот Инсмутец, Льюис Флинт, тоже рыбаки. Мы жили тут все вместе. Перебрались сюда после потопа. Я раньше работал на железке, но она приказала долго жить, и мне пришлось ловить рыбу, чтобы не умереть с голоду. Я хочу узнать, что здесь произошло, во всех подробностях. Я почти ничего обосрался. Не помню. Мы были здесь втроем. Я, Пол и Льюис, мы тут живем. Барри куда-то ушел по своим делам. А потом он вернулся с сыном Трогмортона. Тот был без сознания, едва дышал. Барри пошел звонить мистеру Роберту. А потом? Мы уложили парня в комнате Льюиса, и тут он стал издавать ужасные звуки. Кей, у меня голова чуть не лопнула. Потом он очнулся, и больше я ничего не помню, только видение. Затопленные улицы, спящий гигант, голос, который меня зовет. Мне это знакомо. Кто такой этот Кей, которого ты все время упоминаешь? Не богохульствуйте. Кей — это Господь Всемогущий. Наш свет и спасение. Кей? Прости, я не знал. В смысле, из людей в черном? Славься, Кей, вот это? А где все остальные? Пол вон там, на полу. Храни-ка его душу. Барри снаружи с мистером Трогмортоном. Ему повезло, что он все пропустил. А куда делись Льюис и младший Трогмортон, я не знаю. Боюсь, это все плохо кончится. Ты видел, как погиб Пол? Нет. Мне же скучно когда в этой игре. Когда я пришел в себя, он уже был мертв. Кей, помилуй его душу. Мне, конечно, нравятся такие всякие страшилки, но это уже... Мне пора идти. Береги это... себя, Уилл. Детектив, началось, пожалуйста. Скажите мне правду, сэр. Быстро. Это... Что-то его глючит сразу. Я убил Пола. Кей, неужели я его убил? Пока не знаю, Уилл. Полиция не позволит никому войти или выйти, так что просто отдохни немного. Я боюсь того, что мне может присниться. И все, и быстро на этом все закончилось. Что происходит? А мне-то почем знать, что у вас здесь вся хуйня происходит? Получай, обезьянья морда! Серьезно? А с чего это вдруг ебашится стали? Давай! Беги! Так, посмотрим, что тут у нас. Давай! Беги! Как-то странно. Я думаю, вот это. Потом вот это. Получай! Обезьянья морда! Давай! Беги! Когда Альберт Трогмортон очнулся, он был не в себе. Он напал на рыбаков и заразил их своим безумием. Потом его ранили, и он сбежал. Что я... А чё у меня глючит-то? Как-то неправда, мол, чувака глючит.
Я не понимаю, почему. Ух ты! Ну посмотрим, что вы найдете. Я уже все, в принципе, нашел. Может, всё, хунг, себе в жопу засуну. Так, а еще? Ах, а тут закрыто все. Ну-ка, давай аптечку используем, потому что это... Жизнь-то уходит куда-то. Так. Мистер Трогмортон, я нашел в шлюпке вот эту бумагу. Похоже, ваш сын оставил завещание. Вот эту бумагу. Немедленно дайте сюда. Ох, бедный мой мальчик. Во что ты ввязался и зачем только я отправил тебя в эту проклятую экспедицию? Счастливо. Так. Я уже рассказал все, что знал. Не делайте глупостей и держите... Все улики найдены. Все улики найдены. Есть все улики. Руки на виду. Не типа дальше идти. Я вообще ни хера сейчас не понимаю. Ой, зимаю я, зимаю. Так, давайте сюда строим. А. Чертоги разума. Так. А, уже давно ждут между собой. Так. Вот это. Типа... А. Я чё должен соединить-то, ёбаный вас в рот? Ща попробуем. Я чё-то, блядь, не до конца не бежаю. А чё-то мне требует просто игра. Типа... Сейчас мы поднимемся.
А, нельзя, да, зановить? Блять, я не помню, сколько их там было. Ну ладно, короче, что тут получается? Чертоги разум. Ощупался в доме руков Альвит, Томптон тут же напал на них. Нет, стрелял без предупреждения. Нет. Так. Нет. Нет. Чего? Возможно, на психику крышек все так. Ага. Так, Льюис, как другие инстансы, пострадал из-за трагмортов, ненавидит. Окей. Чё ещё нужно? Альбинал на рука, один из рук пропал. С безумным, когда ранили, он бежал. Я могу найти Альберта. После драки Альберт и рыбак по имени Льюис скрылись с места происшествия. Я могу найти их с помощью моих сверхъестественных способностей. Откуда у меня блять, сука? Внезапно. Че-то я открыл, да? Так. Альберт был опасен. Опасен, писал угрозу русев и его товарищей. Типа это я несколько зацепок могу ебануть. Так. Я могу найти Альберта. Понимание знаков. А, внутренний взор может... обнаружить знаки, которые укажут вам путь, знаки приветствия у вас за ними. А! Значит, рыбак погнался за Альбертом, даже несколько раз выстрелил. Альберт сумел забраться на такую высоту. Роберт не преувеличивал, когда говорил, что он очень силен. Так, Льюис, пожалуйста, дай мне еще неделю. Я знаю, что должен вернуть тебе долг, но сейчас
Но я сейчас на мели, как и все остальные. В порту шныряют легавые, у меня мало товара, и дела в баре идут неважно. Но ты не волнуйся, я заключил отличную сделку с надежными людьми, и скоро у меня будут стабильные поставки. Ты только подожди еще неделю, и я тебе верну все с процентами, Питер. Да, хватит. Глюхи, блядь. А в чем прикол? Так, не вниз, да? Ага. А еще вверх. А что вверху? Закрыто вот что. Кровь совсем свежая. Раненый не мог далеко уйти. Да обосраться, блядь. Ты просто... Все так подмечает. Больше информации на те. Замки. Ага. Я могу про нее шмальнуть. Гильзы. Охуенно, потрясающе. Так, ну давай, шмаляем. Ю! Ёбаный герой. Один точный выстрел в голову. Это не несчастный случай, а преднамеренное убийство. И нахуй. Что это за хуйня? А что это за хуйня? Что это за хуйня? Почему ничего не объясняет? Один точный выстрел в голову. Это не несчастный случай. Так, что там, чертоги? Хозяин бара задолжал Льюису. Льюис погнался за... так, когда Альберт стал бегать, Льюис... Хозяин бара в порту должен Льюису... Ой. Возможно, убийца Альберта Трунта Инсмутец по имени Льюис прячется в баре. В Оксфордском порту. Зацепки. Так. Чё это? Льюис мог желать Альберту смерти. Уже не знаю. Льюис решил убить Альберта, потому что тут Громтон, иначе он мог просто прогнать его. Аха, что Альберта убили. Понятно. Преднамеренное убийство. Возможно, Льюис в баре. А где бар у нас? Прям оргазм ловит. Я перепрыгнул. Так, а где бар? Где, блядь, блядский бар, возможно? Так, и вот куда мне, да, вот вопрос.
за хуйня? А чё у вас монстры лазят? А вам даже похуй, я хуею, какой-то, блядь, трэш какой-то вообще происходит. Чего всякая хуйня лазит, типа чё? Так. Мистер Тругмортон, я тут кое-что видел. Ну что еще? Говорите быстрее. Я видел каких-то странных существ. Как бы как? Они вели себя мне не очень дружелюбно. Понравилось. Зачем вы залезли на ветку? Это был Вайлбист. Я удивлен, что вы остались живы, мистер Рид. Эти твари появились в городе после потопа. Я приказал их изучить, но выяснить мало что удалось. Они агрессивны, но, к счастью, не бессмертны. Их можно застрелить. Да, это я уже понял. Постарайтесь их избегать, если это возможно. А если не получится, держите оружие наготове. Ваш сын убит. Мистер Тругмортон, боюсь, у меня плохие новости. О, нет. Я нашел вашего сына в подвале соседнего склада. Его убили выстрелом в голову, а тело спрятали. Мне очень жаль. Нет, 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 нет. Я вам не верю. Этого не может быть. Нет. Какая экспрессия? Какие эмоции? Нет. Нет. Мои соболезнования, мистер Тругмортон. Я надеялся, что все кончится иначе. Бедный мой Альберт. Столько нашей крови пролито зря. Столько усилий на смарку. Ваши соболезнования его не вернут. Скажите, что знаете, кто его убил. Я хочу посмотреть убийце в глаза и заставить его молить о пощаде. Я пока не уверен. Ну давай выберем, я пока не уверен. А может быть и рыбак. Ведь у нас все улики, что типа, ну, возможно. Ладно, ну-ка. Пока точно не знаю. У меня есть подозреваемые, но расследование еще не закончено. Проклятье, что вы за сыщик такой? Работаю на совесть. Когда я его найду, то сообщу вам. А до тех пор никто не покинет порт. Если найдете этого подонка, я вам помогу. Но... В баре. А где бар-то, бля, господи? Да. Ну, думаю, где-то здесь она есть бар, да? Так, я не понимаю, как она, где она должна отмечаться? Ладно, типа... Я
Где-то здесь должен быть бар. Мне надо сходить, найти этого козла, саму попытаться что-нибудь там допросить. Чтобы уже знать наверняка, он не он. А то обвиню, а оказывается раз, не он, блядь. А те... вот бар. Under the Kill. Так, под килем. Ты кто? Лицо у вас знакомое. Иди нахуй. Но старина Билли вас тут раньше не видел. Оно знакомое, потому что у всех старина Билли, у всех ебало такое. Будто бы жизнь очень нерадостная. Почему вот эти пустые это, локации, я понимаю. Типа, свобода перемещения. Да нахуя нам не усрался свобода перемещения, если здесь ловить не нехуй. В воде пиявки какие-то в жопу ебут сразу. Блин, что-то я уже подмерз как-то. Сидеть-то так. Так, здесь тоже нет. Нихуя вообще. Номер два. А, это быстрее, правда, по карте. Да, это просто второй. Звездочки какие-то. Так, ну что ж, я думаю, сохранюсь и на этом все. Дальше посмотрим, зайдет мне дальше, нет. Но пока что она очень скучная и очень, не знаю, она очень дешевая, очень какая-то такая индюшатина, короче. Все, давай, до скорого.